Ученик года. В Кунгуре состоялся муниципальный этап регионального конкурса среди старшеклассников. В борьбе за звание лучшего сражались 6 человек. Имя победителя знает наша съемочная группа. В муниципальном этапе регионального конкурса участвуют 6 ребят. Это Потапова Марина, Варвара Кальных, Ксения Тараненко, Елизавета Кустурова, Евгения Черепахина и Марк Люлякс. Сначала творческая презентация. Ребята используют видео, танцы, читают стихи. В общем, делают все, чтобы рассказать о себе и о своих талантах. В жизни, как и в игре, есть свои правила и роли. На сегодняшний день я сын, я внук, я брат, я кадет. Я рассчитываю победить в этом конкурсе и занять первое место и поехать на Пермский край. Готовились мы очень долго. Порой доходило до того, что мы выходили из школы самые последние. На самом деле я вообще не ожидала, что меня выберет школа участвовать в таком конкурсе. И никогда не задумывалась, что когда-то я буду участвовать и представлять нашу школу как ученица года. Это очень для меня волнительно, но вот не хочется подводить свою школу. Буду выступать на всех максимумах, как это возможно. У каждого участника своя группа поддержки. В нее входит несколько ребят и учитель. Они помогали приготовить номера и поддерживают своего участника. Ну, я, во-первых, очень волнуюсь, конечно, потому что Марина – это ученица моего 10 класса, где я являюсь классным руководителем. Я сама участвую в конкурсах, всегда очень переживаю, потому что нацелена не просто на участие, но и на результат. И поэтому от ребят требую того же. Я надеюсь, что она получит максимум удовольствия, даже если она не займет призовое место. Хотя будем надеяться на победу. Следующий конкурсный этап – представление выставки «Где родился, там и пригодился». Ребята рассказывают о красотах и истории родных мест, а также о будущей профессии. Мечтают получить высшее образование, а потом вернуться в родной Кунгур. Ведь как и называется выставка «Где родился, там и пригодился». Есть здесь выставка на темы чая, архитектуры города и пещеры. Евгения Черепахина родилась и закончила 9 классов в село Неуволино, а в 10 классе перешла в первую школу. Людям, которые развивали село, посвящена выставка девушки. На конкурсе «Ученик года» я первый раз в качестве члена жюри, и это большая честь, я хочу вам сказать. Это прямо колоссальная возможность увидеть этот конкурс с другой стороны, да, и проникнуться, и увидеть тех ребят, которые сейчас участвуют. Им невероятно сложно, но они все большие молодцы. Конкурсный день входит и другие испытания. Конкурсное задание «Я – лидер», открытая дискуссия, мастер-классы, формула успеха. По итогам конкурса первое место занимает Евгения Черепахина из школы номер 1. Призеры – Ксения Тараненко из лицея номер 1 и Марк Люлякс из 13-й школы. Победителю предстоит защищать честь Кунгура на краевом этапе конкурса.